Повышаем настроение двойной выгодой. Карта прибыли от банка «Уралсиб» – это высокий процентный остаток, кэшбэк до 3% и бесплатное обслуживание. «Уралсиб» – перспективы там, где вы. Из новогодних корпоративов. Ну вот, видишь, ничего интересного. Обычный, скучный новогодний корпорат. Вот стул, вот еще стул, вот стол, вот снежинки на скатерти. 5. Слушай, ну, может, Кисуль, домой пойдешь, а? Никуда я не пойду, я пришла тебя проконтролировать. Да зачем меня контролировать? Ну, это обычный корпорат. А почему мы сидим в отдельном зале? Ну, потому что это места для тех, кто с женами пришел. Поэтому мы с тобой одни. Может, ты домой пойдешь? Я тебя больше одного не оставлю, мой дорогой. Ты после прошлого своего корпоратива вернулся домой, как с войны. Счастливый, седой, без трех пальцев. О, кого я вижу! Виктор Борисович, здравствуйте. Я смотрю, вы сегодня пришли с... супругой. Здравствуйте. Оксана Дмитриевна. Рыбу чистили сегодня, да? А я, если что, хочу пойти в основной зал выпить. Виктор Борисович, может, пойдем выпьем 50 грамм в честь праздника? Конечно же, я с удовольствием. А здесь он не пьет. А что? Не пьет, ему врач запретил. Я по профессии врач. Оксана, ты ветеринар. Заткни пасть, собака. Я, с вашего позволения, в соседнем зале. Я выпью чуть-чуть с вашего позволения. С праздником. Вячеслав Семенович, вам можно? Вы серьезный человек, это видно сразу. Конечно, такой может немножко и выпить. Оксаночка, просто объясни мне, ну почему ты меня не отпускаешь с ним, а? Какой-то подозрительный тип. А что в нем подозрительного? Он заместитель руководителя. Образованный человек, у него 2 высших образования. С Новым годом! Уже 2 минуты корпоратива, Витя, ты трезвый, это на тебя не похоже. Так... Давай там фонтан водочный заканчивается, пошли быстрее, пойдем. Послушайте, Витя никуда не пойдет. Танцпол липкий уже, Витя, догоняй, давай, Витя. Слушай, это, может, я его догоню, там это, тыры-пыры, на-на-на-на. Нет, Витя, ты никуда не пойдешь, я сказала. Ну почему, почему? Витя, у меня 2 новости, Витя. Я мистер Шпагат 2017. И вторая, Витя, там драка началась. Зои Анатольевны с вертухи прописали, у нее все зубы вылетели. Что, все зубы вылетели? Все 12, вот считайте, пожалуйста. Давай, быстрее, догоняй, конкурсы, давай. Слушай, конкурсы, это, опаздываешь, может, Витя. Пожалуйста, ну это ж вообще безобидно. Я пойду поучаствую в конкурсах, выиграю тебе какую-нибудь игрушечку мягонькую. Слушай, а? Витя, ну очевидно, ты ищешь повод, чтобы нажраться, ну. Так, послушай. Поучаствую в конкурсе, чтобы выиграть игрушку. Где тут нажраться? Пойду выброшу мусор. Где тут нажраться? Пойду перезагружу Wi-Fi роутер на кухню на 5 минут. Где тут нажраться? Витя, я сказала, сиди Витя, на месте. Конкурсы, это не обсуждается. Витя! Господи, какие конкурсы? Умри раньше всех. Нет, это мы в футбол играли копьем. Я головой гол забил. Витя, ты опаздываешь, сейчас там сюрприз от генерального, твоего любимого. Ты опаздываешь, Витя, Витя вообще. Витя, нет. Могу. Витя, никаких сюрпризов. Оксан, все. Сюрприз от генерального, это он каждый год какие-то сюрпризы устраивает. Я не могу это пропустить. Он то банкротство объявит, то пожар, то камин-аут. Это он так шутит? Это он так пьет. Вы не представляете, мы только что вот такую петарду взорвали. Вы опаздываете, Витя, пошли, ты долго будешь сидеть? Все там пропускаю, уже все началось, пропускаю. Витя, началось. Подожди, что началось? Куда пошли-то, куда? Оргия началась. Какая оргия? Ежегодная корпоративная оргия. Отдел логистики против отдела статистики. Ты идешь, я говорю? Нет! А ты идешь? Нет! Ты опаздываешь вообще, Витя, оргия! Кошмар. Послушай, это какой-то дурдом, Виктор. Мы уходим отсюда сейчас же. Ты понял меня? А я тебе говорил. Я тебе говорил, что здесь скукота и нечего делать. Ну, давай быстро директора поздравлю и пойду. Нет, сядь. Так, послушай, это корпоративная Витя. Этика. Я одна нога здесь, я... другая там. И вернусь. Я тебе клянусь. У тебя одна минута, Витя. Клянусь. Отпустила! Все-таки хорошо, что с ним пошла. Хоть один Новый год запомнит. А где Виктор?
Это что? Это Витя. Как Витя? Просто фаер-шоу началось, он очень близко подошел и вспыхнул, как спичка. В смысле вспыхнул? Ну, а как не вспыхнуть, если в тебе 4 бутылки водки, еще 3 в руках? И что ж теперь делать? Не переживайте, вот это на ночь алкозельцером зальете, на утро будет как новенький. Ой, а поможет? Мы каждый раз так делаем. Витя, ну я же врач. Ты что, ушла? Ушла. Все, давай теперь ты переодевайся. Сейчас давай. Моя жена придет, ее проводим. Слушай, блин, я реально что-то так классно. По полям, по полям, синий трактор едет нам. 10 дней выпивать предстоит нам. Только в новогоднюю ночь Comedy Club превратится в комеди-видение. В отличие от европейского аналога, бороды будут только у мужчин, а юбки только у женщин. Праздничные кавер-версии хитов. Барби Беларуси. И неожиданные дуэты с резидентами. Что же сделать, чтоб меня полюбили вы? Comedy Club. Новогодний выпуск. 31 декабря в 11 вечера на ТНТ.